Всем привет! Сегодня у нас будет очередная донатная акция. Это будет фестиваль фейерверков, в котором мы попытаемся словить полностью все призы, то есть всех героев, которые здесь прописаны, и посмотрим, какой шанс выпадения. Так, смотрим, что у нас тут есть сегодня. За каждых 800 мы получаем попыточку. Падает нам Купидон, Валентина, Арктика, Анубис, Стрелок, Бигфут и Фрея. Ну и также там сундуки пятого таланта и прочие расходники, как обычные призы. Также мы получим бонус, если будет 20 тысяч, 85% на первую покупку в период. Ну, посмотрим. Это будет завтра в выходные. Поехали. Я уже тут 21 попытку использовал, ну там кроме коробки ничего не падало. Смотрим. Будем по 5 открывать, чтобы не терять время. Сундуки осколков. Валентина. Первый герой есть. Анубис сразу же. Ну, круто, круто. Топчик. Ничего не упало. Да, Анубис фактически там со второго пака получается падает. Плюс осколками можно было забрать на базаре. Купидон, Арктика. Ну, вообще супер. Смотрите, как падает все. Сундучок пятый. Значки почета и расходники. Осталось Фрея и Бигфут. Кристаллы, значки почета. Сундук осколков. Так, ну давай, Фрея, уже пора. Ничего не падает дальше. Ну, герои, конечно, неплохо упали. По сравнению с яйцами. Ну, не с этими, которые были на этой неделе, а с предыдущими, то... Ребята, второй Анубис. Это что такое, Валентина? Неужто они рандом поменяли? Два Анубиса. Тут даже с таким темпом, может, и три будет. Стрелок. Фрея. Охренеть. Ну, вы обязаны просто лайки поставить. За такой дроп. Круто. Хороший фестиваль, мне нравится. Сундук таланта. Да, два Анубиса, это как-то неожиданно было. Еще один сундук. И сундуки хорошо падают, смотрю. Да, неплохо. Вот он, Бигфут. Наконец-то. На половине нашего роллинга нам пришел Бигфут. Интересно, нам еще что-то из героев тут упадет? Блядь, третий Анубис. Это просто жесть. Вот вам X3 уже. Три Анубиса. Просто трешак. Охренеть. Сам в шоке, честно говоря. Доставал я три Анубиса, но, конечно, с одной акции это уже гон. Но это круто. Так, опять расходники падают. Ну давайте четвертого, чтобы это был вообще самый имбовый. Валентина еще одна. Арктика, Валентина. Смотрите, герои падают по второму кругу. Офигеть.
Падали бы так некросы. Это жесть просто. Ну, давайте по три немножко пооткрываем, посмотрим. Сундук таланта. Значки почета. Интересно, будет еще один Анубис или нет? Три уже достали. Там сейчас у нас будет сундучок забит наш. Давайте сейчас его почистим. Ну, круто, круто. Сколько всяких расходников налупили. Самики, это хорошо. Ну, все есть. Так, смотрим. Питомец. Так, Анубис 1. Арктика, Купидон, Арктика. Еще сундуки, еще. Да, неплохо, неплохо. Две Арктики. Три Анубиса, Фрея, Стрелок. Это мы еще до конца не добежали. Вот это они сделали интересную акцию. Коробок неплохо так нападало нам. Бигфут. Охренеть. Ну тут вы просто должны со всех аккаунтов зайти и просто поставить лайк. Вот такой. Просто жесть. Не понял. Ну-ка, чё-чё? Сколько Арктик? Или это мне просто кажется? Или тут реально... Просто трэш. Так, смотрим. Арктика 1. Арктика 2. Арктика 3. 3 Арктики. Анубис 1. 2. 3. 3 Арктики, 3 Анубиса. Просто шок. Это просто шок. Ну, побежали дальше. Офигеть. Еще одна Валентина. Ну-ка, дайте Арктику Анубиса. Удивите. Что тут реально просто жесть. Так, ничего нету. Расходники. Ну, три Арктики это, блин, и три Анубиса. Ну, Бигфут, Фрея, Стрелок по одному упали нам. Так, еще один сундук. 47 попыток. Блядь, четвертая Арктика. Охренеть. Это просто жесть. Я в шоке. Еще один сундук. Так, еще 5 по 5. Ну дайте еще Анубиса либо Арктику. Так, ну, последних 5 попыток. Не дали ничего. Раз.
Карта яйца питомца и какой-то расходник самый. 1500 значков почета. Ну блин. Насыпали, конечно. Офигенно. Сейчас мы заберем все, посмотрим. Получить все. Просто смотрите на это. Ладно, 6 Валентин, но 3 Анубиса, 4 Арктики. Это просто жесть. Я даже не знаю. Да. Давно я такого не видел, честно говоря. Хотя я видел все, но, блин, такого. Просто топчик. Удивили. Удивили, конечно, IGG сегодня меня дропом. Что у нас получается? Где-то в наши арктики, сколько их там уже? 38. Анубисы с тем, что мы их уже кучу слили. Уже 37 опять. Начинаю догонять. Да, ребята, вот такой вот обзор на акцию. Пишите в комментариях, как вам такая акция, что кому упало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бомбите, я даже не знаю, но это просто топчик. Всем пока.